Приятного просмотра! Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy, и сегодня мы с вами поиграем в игру, где мы с вами будем шаром. Мы, ребята, будем всех давить, вот видите, смотрите, нубики. Мы их берем вот так вот просто, давим, прилепляем к себе, и наша задача как можно больше, ребят, к себе вот таким вот образом прилеплять предметы. Смотрите, какой гигант! И я его сломал, ребята, а знаете почему? Потому что у меня уже третий уровень, ребят. А он был, скорее всего, нулевым, может быть, даже первым. Но я, ребята, был сильнее него за счет вот этого уровня. Это у нас земля, ребят, здесь очень много всяких разных локаций. И поэтому, ребята, ой, что-то какой-то донат вылез. Смотрите, я могу также деревья собирать. Но пока я недостаточного размера. Мне надо сейчас, смотрите, ребят, я проехал 3000 метров. И мне нужно сейчас сделать 4000 метров для того, чтобы сделать новый реберт, так сказать, ребят. Здесь у нас уровень LVL, то есть, смотрите, LVL 3 у меня написан. Это у нас как бы реберт. Сейчас у меня 3 реберта, и в скором времени, я думаю, мы с вами сможем преодолеть отметку 4000. И мы с вами сделаем 4-й реберт, ну и, конечно же, всех. Перед этим, конечно же, поуничтожаем. Мы откроем новую локацию, ребят. Новая локация — это Луна. Я там еще не был ни разу. В эту игру я давненько, ребят, играл. И она мне, в принципе, нравилась. Но я ее так и не смог допройти. Я как-то забыл про нее или забросил. Но сегодня мы постараемся ее полностью пройти, ребята. И, конечно же, перед просмотром ставьте лайки и подписывайтесь на канал, ребят. Прямо сейчас тыкаем лайк и подписочка на канал. А я, ребят, смотрите, уже накопил 3100. В принципе, копится все довольно быстро. Не так, как я думал. Я думал, здесь будет гораздо сложнее все. Ой, я снова наехал на какую-то штуку, которая говорит нам задонать, пожалуйста. Так, ну-ка, этот дом пока я не могу собирать. Я буду собирать пока деревья и маленькие вот такие дома. Смотрите, ребят, за каждый предмет нам дают плюс 1 метр. Получается, нам надо вот так вот переехать 1000 предметов. Но уже, конечно же, поменьше. Уже меньше, вот смотрите, первый уровень. У него один реберт. И смотрите, сейчас я попробую его догнать, наехать на него и уничтожить. Блин, он быстрый. Ну как быстро, он такой же скорости, как и я. Во, смотри, смотри, идет ко мне. Иди сюда. Давай. Хочешь со мной сразиться? Хватит есть мои дома. Я его уничтожил, ребят. Хе-хе-хе-хе-хе. Какой я злой шарик-то, а? Вот таким вот. О, он тут появился. Парень. Ты что-то какой-то, походу, бессмертный. Смотрите, я его снова уничтожил. Он снова тут появится или нет? Нет, смотрите-ка. Так, вот таким вот образом, ребят, смотрите, мы с вами становимся все больше и прилепляем к себе больше предметов. Смотрите, сколько у нас уже домов. Кстати, можем даже и маяк. Вот, давайте нубика вот так вот. И попробуем, давайте маяк. Ну-ка, маяк я могу прицепить? Да, ребята, я и маяк прицепил. Обалденно. Ну и сколько у нас уже? У нас уже 3300 метров. Ой, смотрите, какие предметы. Это скалы или что это? Надо, в общем, кататься там, где очень много всяких мелких предметов. Потому что за каждый предмет нам, ребят, засчитывают по 1 метру. А, смотрите, какой я гигант-то стал. Я уже больше домов, ребят, которые здесь были, которые я только что цеплял вообще с легкостью. А сейчас я просто переезжаю их. О, парень, здравствуй. Что-то он меня боится, походу, ребят, уже. Хе-хе-хе. Бояка, иди сюда. Иди ко мне. Ну давай. Мы с тобой вот так. Что-то я не понял. Я его убил или он сам нажал ресет и сам умер? Не понял. Ладно, ребят, давайте мы с вами как можно скорее апнем уровень. Кстати, можно денежки донатить. Кстати, x2 скорость. Ну-ка, сколько x2 скорость? 250 робоксов. Ой, чувак, здорово. Я снова его сломал. Мне уже его жалко, чувак, прости. Но ты стоял на моем пути, и я тебя уничтожил. Вон, смотрите, какой-то гигант там. Видите, да? Вон. Я, блин, такой большой уже, что я не могу дальше открутить уже камеру, ребят. Поэтому мне приходится вот так вот кататься. А скоро я буду вообще на весь экран, представляете? Да, будет тогда очень жестко. Вон, видите? Какой-то чувак крутится. А я, интересно, а я тут мост вроде, да, ребят, смотрите, я могу мост тоже ломать. Но я хочу, конечно же, больше деревьев цеплять, потому что... Давай, вот так цепляем. Кстати, можем вот так от первого лица, ребят, смотрите. Просто все давим перед собой вот таким вот образом. Кстати, да, от первого лица, мне кажется, даже немножко эффективнее, потому что ты как бы видишь перед собой, что находится, и все это дело лепишь на себя, смотрите.
Пам-пам-пара-па-па-пам. Сколько у нас? У нас уже почти 3500, ребят. Нам надо 4, напомню вам. 4000. Ой, какой-то челик стоял. Я тебя задавил, но я не хотел этого делать. Я просто увидел... Ну, ты какой-то маленький был. Оп-оп-оп. 3500, ребят. Ну, нам надо еще много. Еще много фармить. Смотрите, кстати, тут у нас есть еще магазинчик с разными раскрасками нашего шарика. Но мне, в принципе, мой устраивает. Тут, кстати, вот есть эффекты. Давайте вот этот эффект возьмем. Хотя, о, вот, да, видите, такие типа точечки. У нас сейчас есть эффект точечек. Есть престиж, вот он, ребят, престиж. Это как реберт, смотрите. Нам надо 4000 метров накопить, чтобы его сделать. На 5 уровне у нас открывается луна. Я очень хочу взглянуть на нее. И вообще, есть ли там люди на луне? Мне что-то подсказывает, что все здесь находятся в стандартной локации на земле, ребята. И не знаю. Во, кстати, смотрите. Я выбрал. Да, ребят, у меня такой скин. А если я его убью? А, я его убрать не могу. Он у меня единственный. Поэтому, ребята, получается так, что я ничего сделать с этим не могу. Я могу только открыть другой. А, мы можем также смотреть с вами, ребят, плюс 250 сайзу сразу сделать. 1000 денег у нас стоит 75 робуксов. Чисто как-то дорого, слушайте. Прям реально дорого. Я думал, будет подешевле, но ладно. Будем, конечно же, фармить своими силами. Донатить сюда не будем. Да что такое? Почему я так плохо собираю все? Может быть, мне надо на другие предметы уже? Смотрите, если бы я все деревья реально собирал, там бы ужас, сколько у меня сейчас уже было метров. Ладно, давайте попробуем поехать, например, в город. О, хотя, смотрите, плюс один, плюс один, плюс один, плюс один. Считают так-то это все дело? Ну, не, мне кажется, все-таки здесь быстрее. Вот так вот, тем более я сейчас гигантский, ребят. Вы только взгляните, какого я размера. Это просто жесть. Да, да, все-таки, ребят, я буду вот так вот здесь. Потому что, смотрите, все-таки здесь все засчитывается. А, вот здесь вот два дерева пропустил. Надо прям ровненько по зеленой ехать, чтобы все засчитывало. Ну что, нам остается чуть больше 200, ребят, метров. И мы с вами будем апать уровень. Да что такое? Меня дергает даже. Смотрите, видите, да? Какие-то там супер крутые предметы, что ли, стоят, что меня аж дергает. Ну-ка, давай. О, вот здесь надо, конечно же, нам сейчас всю парковочку зацепить. Вон, прилепил к себе машины. И остается... Давай, давай, давай. Ну, покажи мне уже 200 метров, 200 метров, 200 метров. Я, конечно, уже гораздо больше 200 метров тут проехал. Но здесь такая вот нынешняя, ну, не местная валюта, ребят, так назовем ее. Это метры. То есть, смотрите, ребят, у нас есть сила, например, у нас есть реберты. У нас здесь есть метры и есть престиж. Ну, можно сказать то же самое. Но здесь надо двигаться, чтобы зарабатывать себе вот эти метры. Ну что, остается у нас чуть больше сотни, ребят. Ой, ты кто? Левел первый. Чувак, здорово. Что-то мы с тобой давно не виделись, да? Привет, я его разбил. Вот давали бы еще за убийство, ребят, не просто киллы, да, вот смотрите, у нас счетчик киллов, а, например, я не знаю, метры, 100 метров, например, было бы классно, все бы ездили друг друга, просто давили, мне кажется, было бы забавно. Так, у нас здесь сейчас снова эта донатская штука вылезет или не вылезет, я ее взял или не взял, ну, в общем, не помню. Так, тут у нас вообще мало всего осталось уже, давайте, респавнитесь, у меня вообще-то... остается почти 50, давай, давай. А что там ничего нет? Вот я катаюсь, катаюсь, а ничего нет, ребят. Вы видите, да? Я же вам говорил то, что мы станем вот такими гигантскими прям на весь экран. Вот, давай, погнали в город. Я вроде здесь вообще самый-самый мощный, ребят. Потому что этот, смотрите, левел первый, левел нулевой. А я уже очень-очень большой. Давайте, давайте вот сюда. Кстати... В городе тоже, слушайте, неплохо. Я прям захватываю все гигантские здания. Вы только бы смотрите. Давайте, 4-й уровень. Ребята, я 4-й уровень. И я захватил нубасика. Ну-ка, ай. А что, я прыгать не могу? Что со мной происходит? У меня, смотрите, 4 каких-то спутника как будто около меня. Как будто я планета. Так, сколько там стоит у нас? 5000, ребят, надо метров, чтобы сделать 5-й реберт. И оказаться на луне. Давайте, ребят, давайте. Будем сейчас собирать с вами. По плюс один, плюс один, плюс один. О, машину уже, кстати, смотрите, можем прилепить к себе. Кто это там такой стоит? Смотрите-ка, смотрите-ка. Ой, какой ты парень, здравствуйте. Это тот, которого я все время ломал, ребят.
Здорово. У тебя слишком много предметов, мне кажется. Давай мы тебя сломаем. Какой же я злой, ребят. Какой же я злой. Просто уничтожитель больших шариков. Маленький Смайл Фредди. Ладно, давайте, ребят, будем собирать. В принципе, ничего сложного у нас не осталось. Смотрите-ка. У нас уже 4100 почти. Вот таким вот образом. О, и деревья уже захватываем, ребят. Отлично. Нубиков захватываем. Да, ребята. Еще 1000 накопить, и у нас будет новая локация. Вы только взгляните. В принципе, мне нравится, ребят, мне нравится эта игра. И вот только в чем вопрос? Вопрос в том, последняя ли локация Луна. Интересно, надо ли нам дальше вот таким вот образом все подбирать, чтобы двигаться по лестнице не карьерной здесь, ребята, а по развивающейся, по лесенке развития. Посмотрим. Надо будет ли нам с вами дальше вот таким вот образом все захватывать? Ну, мне очень интересно, будут ли еще престижи. Давай, 4150, ребят. О, кстати, я уже здание захватываю. Это круто. Ой, меня кто-то сломал? Меня никто не сломал. А где я? Я застрял. А я теперь не застрял. Что-то странно было. Ладно. Окей, погнали. Собираем все оставшееся. Все, что здесь есть, это все принадлежит мне. О, а, это такой сундук, ребят. Все на него наступают и нам говорят: а задонать-ка ты, пожалуйста, парень. А я такой: нет уж, спасибо, я лучше покатаюсь и заработаю все сам. Эти здания я пока не могу цеплять, но потихонечку, конечно же, у меня это получится. О, все, теперь я могу их цеплять. Смотрите, ребят, все на бок, все дома на бок зацепил. Здорово, парень, я тебя ломаю и иду дальше, потому что я... здесь самый жесткий мячик. Точно, ребят. Остальные все мягкие или хрупкие. Я их просто пяу и ломаю. А я прям такой, как камень. Твердый, твердый, твердый. Да. Ну что там? Кто еще у нас есть? Вон какой-то нулевой уровень. У меня уже 4300, ребят. И здравствуй, парень. Ты перешел мне дорогу. И я тебя, к сожалению, вынужден был уничтожить. Во, кто это? Смотри, с такой же... с такой же штукой, такая же раскраска, как и у меня. Вон оно что. Значит, ты такой же, как и я, хочешь быть. Иди сюда. Какой он... у него нулевой уровень, ребят. У него нулевой уровень. Ладно, я его не догоню. Пусть он там собирает дальше. Я тоже буду собирать. Кстати, можно с вами зайти в стор. У меня 2400... например, разукрасить себя как-нибудь по-другому, да? Давайте этим и займемся, кстати, да. А то у меня одинаковый цвет все время. Так, нет, это я не туда зашел. Давайте store. И... Что бы выбрать? Сейчас 2500 будет, ребят, смотри, за 2500 мы кирпич сможем купить. Но он какой-то невеселый кирпич. Давайте мы... вот это давайте купим. Ну-ка посмотрим. Во, смотрите, я стал другой. Я стал елочкой. Я, знаете, сейчас на что похож? На игрушку на елке, ребят. Реально, смотрите, такая елочка у нас. Я такой шарик, прям игрушка для елочки. Реально, прям очень сильно похож. Давай вот так вот все подбираем. Кстати, я могу еще что-нибудь купить, да? Эффекты всякие тут за 5000. Ну, они дорогие. Как я понял, деньги нужны лишь для эффектов, ребят. То есть больше они нам... не пригодятся и будут не нужны. Ну что, смотрите, ребят, мы с вами почти выросли до тех размеров, с которых начинали, но еще немножко нам, конечно, не хватает. Ну, в два раза, наверное, да? Смотрите, у меня, ребят, почти тысяча... ой, половина, ребят, ровно половина. Смотрите, я снова сломал кого-то. Я же прям жесткий мячик, да? Не мячик, а шарик. Жесткий шарик. И... мы продолжаем все это дело собирать. Блин, вот эта вот штука, которая постоянно говорит нам: задонать мне, задонать. Достала. Вот так вот я убираю и погнали дальше. Собираем все оставшееся здесь. Давай. Вот то, что он в здание врезается, не очень прикольно. Потому что это стопит его. И хотелось бы, конечно, x2 к скорости, ребят, задонатить. Чтобы мы с вами прям были супер быстрыми. И тогда у нас, мне кажется, даже начнет все в два раза быстрее получаться, если мы ее, конечно, возьмем. Но мне кажется, что мы, в принципе, с вами и так справимся без доната. Эта игра проходится без доната, ребят. Я сюда абсолютно ничего не донатил. Хотя, возможно, я донатил сюда вот эти вот
баксы, за которых покупаешь скины. Но они не решают, вообще никак не решают, вы можете сами на них накопить. О, кстати, смотрите, ребят, как я блестящий-то какой, блестящий. Видите, такие штуки прикольные. Кстати, нормально, мне нравится этот эффект. Такой блестящий. Когда мы катаемся, его, в принципе, не так видно, хотя вот сейчас я начал его замечать. Прикольно выглядит, прикольно, неплохой. Ну давайте, ребята, нам остается совсем немножко. Давай, 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 4600, 4700 сейчас будет, ребят, и нам останется... 300. Даже меньше, ребят, уже. У нас остается 200. С небольшим, чтобы перейти в новую локацию и стать супер крутым шариком, который будет перемещаться уже не по земле, а по луне. Давай, давай, давай. Кирилл, сейчас смотрите, я на Кирилла нарвусь. Кирилл, идем сюда. Идем сюда, идем. Ой, кто-то там маленький катается, но я его сейчас задавил. И вон там еще кто-то, смотрите, а что я так взлетаю-то, а? Давайте, ребятульки, подходите ко мне. Я вас сейчас всех, всех сломаю. Минус один. Минус один. Один готов. Кстати, смотрите, уже 200. 200 нам остается. Как-то это. Кстати, вот знаете, что я заметил? Если вы будете, ребят, играть в эту игру, по дороге, когда едешь, там и нубики, и все, и прям очень круто собирают. Смотрите, я только что сейчас это понял. Вот так, по дороге едем, у нас собираются, во-первых, и дома, и деревья, и нубики, и все вообще, смотрите, как круто. Ну, у нас еще там не откатились, во, видели, сколько поднерок-то нам дало. Неплохо. Можно и по пляжику покататься, но по пляжику не так много там, в принципе, этих всяких разных сущностей, которые мы давим. Ладно, погнали дальше, ребята. Мы все по одной и той же территории катаемся, потому что это самое, мне кажется, профитное место, где можно заработать очень много метров. Ну что, давай, последняя сотка пошла, ребят, последняя соточка. Давайте подальше прокатимся, потому что у нас все-таки последняя соточка, и мы можем куда-нибудь подальше отойти, чтобы, ну, посмотреть хотя бы на эту карту, хотя я ее вроде бы помню всю. Давай, нам остается, ребята, меньше... 90, давай, вот эти деревья, все, собираем. Интересно, что там есть? Ладно, я уже не смотрю, куда еду, хотя, вот. Ой, тут тоже эта фигня. Ладно, едем тогда вот сюда. Ой, сколько там нубиков! Вот это, конечно, сейчас просто обалденно. Смотрите, я и деревья, и нубиков, 60, давай. Ребят, остается совсем немножко. Совсем чуть-чуть, давай, 20, и мы с вами переходим в новую локацию, как я долго этого ждал. Я, ребят, начинал в эту игру играть примерно год назад, и тогда я уже хотел узнать, что же там будет в новенькой локации. Да, ребята, мы с вами сделали это. Мы с вами 19 левел, он жесткий. Я хочу перейти в новый мир. 16 уровень! Ого! 5000, смотрите. О, по 4 метра дают здесь. А сколько тут надо престижа? 6000? Слушайте, а не так-то... не так-то и сложно. Хотя здесь, смотрите, они довольно-таки далеко друг от друга стоят. По плюс 4 нам дают. Смотрите, я солдат каких-то... О, вот это что такое? Ну-ка. Пам-пам-пам-пам-пам! Слушайте, очень быстро... Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Мы сейчас 6 тысяч-то так быстро накопим, ребят. Смотрите, как я расту-то быстро. 5 уровень я. Блин. Меня сейчас будут только все давить, потому что я здесь, наверное, один из самых слабых. Все вот это подбираем. Ну, то, что дают по плюс 4, это зачет. Это точно 100% зачет, ребят. Смотрите, у нас уже 5200. Так, нам надо найти, знаете, такую территорию, где очень много всяких маленьких предметов, с помощью которых мы сможем с вами очень круто и легко нафармиться. Вот здесь, смотрите, солдатики. Мы здесь их тоже подбираем все. Вот это что такое? Блин, челик, пожалуйста, не... О, он еще... О, во, ребята, линия! Офигенно, просто вперед едем! И все, вот это тоже по пути захватываем. Жесть, я какой большой-то становлюсь. Вы видите, да, ребят? Просто на ходу увеличиваюсь. Пара-па-па-пау. Блин, челик, пожалуйста, только не иди ко мне, а. Он меня сейчас задавит, ребят. Он мощнее, чем я. Не надо. Не трогай меня. Я
Не хочу с тобой драться, я пришел с миром, наверное. Ну, когда я стану сильнее, чем ты, я буду тебя давить, ладно, а ты меня не дави. Ребят, смотрите, мы уже половину с вами накопили. Ну и, в принципе, смотрите, получается, World, это у нас второй мир. И, как я понял, здесь, походу, бесконечно, ребят, будет. Бесконечно стадий, не стадий, а ребертов. О, ребята, вот я нашел хорошее местечко, где мы с вами получаем дофига метров. Вот так, вот так, вот так, вот так, отлично. Но самое крутое, ребят, место, это вот это вот. То, что вот так прямо просто едешь. Вот этот челик, пожалуйста, только меня не трогай, ладно? Я вот так поеду и не буду тебя трогать. И ты меня не трогай, я тебя не буду трогать. Во, вот эту вот штуку нам надо 100%. Нет! За что ты меня уничтожил? Я же был так хорош, я был хорош, я никого не давил, наверное. Ребят, всем большое спасибо за просмотр, мы с вами все-таки смогли добраться до последней локации в этой игре. Если вы захотите в нее поиграть, я оставлю ссылочку в описании. Всем, ребят, большое спасибо за просмотр. Не болейте, не скучайте. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.